Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол. Это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч Дания против Туниса. Датчане заняли первое место в отборочной группе УЕФА и напрямую прошли на групповую стадию чемпионата мира. Сборная Тунис заняла первое место во втором раунде африканского отбора и, попав в третий раунд, где встречались все победители групп, обыграла Мали со счетом 1-0 в двухматчевом противостоянии и также попали на групповую стадию чемпионата мира. И вот момент на 22-й минуте, и здесь пенальти. Зарабатывает сборная Туниса. Датчане, лично мое мнение перед этим матчем, как кажется, все-таки действительно были фаворитами на эту игру. Неплохо себя сборная показала в прошлом турнире своем на чемпионате Европы. И вот так вот пропустили с пенальти обидный гол от Хазри. Лидер сборной Туниса, отличный игрок, да еще и капитан. Вот. Поэтому забитый гол на его счету после этого матча есть. И вот 26-я минута. Дамсгор неплохо здесь разбирается с защитниками, даже к нему никто не подходил. Просто для красоты сделал финт, пас на Каспера Долберга, и датчанин забивает, выводит. Да, не выводит, а сравнивает лишь только счет в этом матче. И вот после 27 минут моментов больше не было. Перерыв, счет у нас 1-1. В самом начале второго тайма хороший момент был у Кристиана Эриксена, но голкипер помешал. А вот здесь неточная игра защитника Туниса. И снова с мячом оказался в завершающий третий Долберг. И он вот теперь уже выводит вперед сборную Дании. 70-я минута. Дубль Каспера Долберга помогает на данный момент Дании выйти вперед. И вот такой вот лайф таблицы набирает датчане сейчас 3 очка. 79-я минута. Скоф Ольсен с мячом уже в штрафной. Снова пытался найти Долберга. Со второй попытки нашел, и Долберг забивает хэт-трик. 80-я минута. И датчане вот так вот, получив в начале матча оплеуху с пенальти, смогли отыграться, да еще и вот так вот Долберг забивает хэт-трик. Дальше тоже были опасные моменты. Мюлле пробивал, но голкипер справился. На этом все. Победа Дании 3-1. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Ну, с вами был Андрей, канал «Футбол. Это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.